Всем доброе утро. У нас сегодня так пасмурно, просто кошмар. Я с Леркой гуляла по океану, там рядом с океаном, короче, был большой ветер, бриз такой сильный. И меня, походу, продуло. У меня что-то типа холезиона соскочило на глазу, плюс у меня вылезла простуда. Короче, труба. Теперь надо лечиться. Мы сейчас поедем с утра, отвезем Лерке обед. Она сегодня проспала и все забыла, да, Макар? Вот, а потом поедем забирать девчонок. Ну, мы поедем в гости и заодно заберем девчонок, потому что они у нас сегодня остались на слиповере у друзей. Счастливые Мишель и Николь. Макар всю ночь спрашивал, где Нини его. Да. Да? Плохо без Нини тебе было? Да. Где она? Где она? Она у подружки. Такие планы, в общем. Еще сейчас заеду в магазин, мне надо купить дегтярное мыло. Говорят, что ну, оно может помочь вот с этой проблемой с глазом. Вот, буду все пробовать. Ну, в общем, сейчас выезжаем и поедем. Так, мы приехали в Publix. Говорят, что тут возможны скидки. Дальше давай посмотрим, что тут есть. На ягодки. Держи-ка. Короче, я их не вижу. Ну, пойдем проверим, ладно. Макаревич, ты что, замерз? Он себя в ней безопаснее чувствует. А вон, смотри, твоя это идет. Как это сказать? По волосам. Точно такой цвет волос у девочки. Видите, какие красивые волосы девочка пошла. Один в один, как у Макары цвет. Да? Супер. Девчонкам вот тоже идут такой. Мама, это Ева обувь. Как у Евы обувь? Да, я. Ничего себе. Ты видел? Да. Так, ну давай, тут косметически рядом. Давайте сначала мыло посмотрим. Вот сюда, пожалуйста. Так, мне надо капли для глаз и мыло. Так, тут все в основном от аллергии. Сухое. О боже, сколько всего. Так, я так не готова купить. Мне надо погуглить тогда. Я думала, тут максимум два вида каких-нибудь будет. Сейчас посмотрим. Что, тут что-нибудь есть? Нет, дегтярное. Здесь обычно такое есть жидкое, но мне нужно брусковое. Не вижу его здесь. Может быть, оно в каком-то другом виде. О, какое прикольное. Так, я что-то не вижу здесь его. Ладно, пойдемте тогда смотреть ягодки. Столько красивых цветочков. Так, пойдемте посмотрим ягодки. Доча. Вы куда-то не в ту степь едете. Нет. О, нам сегодня наша подписчица Татьяна подсказала поехать за малинкой в Publix. Пойдем прям в овощи туда, потом побольше будет выбор. Может быть еще ананас. Ананас, ну сейчас возьму. Вчера мы не успели фермерский. Да, мы вчера фермерский не успели. Наверное, они в той стороне. Пойдем вот так вокруг. Нет, точно не может быть. Здесь просто наоборот все. Видишь, здесь молочка, а в той стороне будут, значит, овощи. Идем искать ягодки Макару. Да, Макар? Ты любишь ягодки, сынок? Я же говорила, надо. Лохматый уже, его стричь уже надо. Он просто гелем намазан. Да, вчера Света пришла, хотела его в макушку поцеловать, а там такой шматок геля. И она его поцеловала и такая, что это? Она но такая, ты уже смыл его. Она еще такая рация. Я у вас во что-то вляпалась.
делала ей губу, а она такая, а, это Макар, Макар. Это Макар. А, Макар такой кусок геля лежит. Ага. Тетя Света вчера накормил гелем, да? Для волос. Хулиган. Ладно, идем искать твои ягоды. Так, мы пришли в ягодки. Купи один без ваты. А, да? Ну, цена тоже такая у него. А где цена? $5, вот. А, нет, это сейф $5. Ну, типа, ну значит, он $5 и стоит. Но нет, это дорого. Это дорого. Пойдемте возьмем целый ананас. Давайте ягоду берите. Blueberries 3 за 10. Blueberries сейчас везде дорогая. Ага. Вот ежевика за 3-2 можно взять, если это вы хотите ежевику. Да, ежевику мы любим. Да, мы как с тобой любим ежевику. Три малины. Ты вот это выбирай, да? Давай две возьмем ему Blackberry. Макар очень любит ягоды, он просто с ума сходит. Держите одну. Он у нас такой мальчишка, все овощи, все фрукты, все ягоды очень любит. Все, пойдем. Он уже ананас купил. Увидел уже ананас. А блуберы не будем брать? Мне кажется, нет. 3 за 10. Вчера у нас блуберы были, окей. Так, что еще? Ананас, ну, Ева, попробуй его покрути, но не знаю. Мне кажется, они зеленые. Даже не выдирается. И, короче, Макошка, давай без ананасов. Мы поедем с Евой в Фермерс. Там очень сладкие, они вкусные. За $5 я как-то не готова брать ананас. Поедем домой. А Нини это? А Нини? Ну потом заберем Нини. Ев, подожди. А, я думала, это блинчики, это вафли. Вот это что такое? А, это тоже яичинка. Я все сырники выглядываю. А это, оказывается, яичница. Так, где мои дети? Вы меня потеряли? Я здесь. А. Нет, сыночка, мороженое дома. Все. Едем домой. Пошли гулять с Бекки, Макар нашел гусеницу. Я просто с Бекки, если подойду, она ее съест. Кто это, Макарушка? А я. Не знаешь, Макар нашел, говорит, оу, найс. Ев, осторожно, не могут быть ядовитые. Это гусеница, это не червяк. Но эти это не ядовитые. Почему ты так думаешь? О, боже мой, вся команда. Вот невозможно выйти из дома в одиночестве у нас. Вышли гулять с Бекки, Майя тоже принеслась. Все, пойдем. Нет, не надо наступить. Ты что, зачем? Пойдем. Майя, пошли. Майя. А, вот кошка это есть кошка. Захотела, пошла. Сейчас мы только отвернемся и уйдем. Она будет за нами. Вот-вот. А повернешься, будешь ее звать, она отвернется и будет делать вид, что ей вообще до тебя дела нет. Что такое? Господи, зачем сняла башмак? Пойдем, да, тетина подружка там, да. Скажи уже, Мишель, что ты, тетя, тетя? Скажи, Мишель. А я мочу. Ну ты попробуй, скажи, Мишель. Мишель. Ну вот, видишь, Мишель. Получается же у тебя. Ой, люди, машину моют, нам тоже, Евушка, надо свою помыть. Мама, ты его поймала. Все зашли домой, и Майя приперлась. Ну вот вообще, это такое чудо просто. Я над ней постоянно балдею. Кошка, которая гуляет сама по себе. Мы с Евой затащили с улицы, там дождь начался, занесли все, что касается Хэллоуина. Макар, твою колу я снимаю. Ну-ка, убирай ее. А, Макар открывает яйца. Ему купили. Ева киндер купила. Он открывает, сидит. Все, сегодня будем убирать в гараж. Это все дело. И будем доставать скоро уже новогодний наряд. Ты куда? В туалет, что ли? Ой, хулиган. А где его ещё тоже было? Вон она уже, он его уже ест. Да. Да, давай чиа и йогурт. Сейчас я достану.
Так, а где она у нас? Вот, нашла. Какая у него, кстати, калорийность, ты знаешь? 2 столовые ложки, 24 грамма, 120 калорий. Нормально, в принципе. Мы так примерно на порцию и уходит 2 столовые ложки. Девушка сейчас будет чистить нашу новую питаю, которую мы не знаем, как желтая. Мы такую ни разу не брали. Ну да, мы ее называем Dragon Fruit, и она обычно розовая. Прикольная. Что, ложкой выковырим тогда? Да, ну можно обрезать. Да давай ложкой вот так, сюда. У нас сразу. На завтрак сегодня будет, вот я завела семена чиа. Они уже так, разбухли. Да, думаю, да, одной половинки нам хватит. Тут я очистила одну половинку, сейчас мы ее кубиком режь, давай ее и раскидывай по стаканчикам. Мы вот тут вот буквально сервис сайз одну сделали, то есть 2 столовые ложки Еве, 2 мне. И замочили в кокосовом молоке. Просто нереально вкусно. Света приезжала в гости, научила нас именно на кокосовом делать чиа. Вот нереально вкусно. Еще она привозила вот папайю, у меня еще немного осталось, я сейчас ее добавлю. Ева не очень любит папайю, я не, в принципе не хочу. Не хочешь просто? Окей, папайя будет, ежевика и малинка. И вот эти нереальные йогурты из Trader Joe. Вы знаете, у нас даже их ест Николь. Она вообще не ест ничего, где есть фрукты. То есть она может отдельно съесть фрукты? Да. Но вот, допустим, она не ест пироги с фруктами, там не ест выпечку любую с фруктами, с начинкой фруктовой, не ест йогурты, где есть кусочки фруктов. А вот эти йогурты она просто с удовольствием лопает. Ева говорит, только так слышу, когда Ника открывает холодильник. Че, все съели? А где мой йогурт? Короче, мы теперь будем так их брать сладкий. Больше. Все уже можно? На нее. Теперь тоже, да. Ты думаешь, хватит? Или ты хочешь слоями? Я хочу слоями. Вот и моя девочка. Вот такие вот у нас теперь завтраки без жира, без тяжелых всяких продуктов. Ну, я не знаю, насколько. Пока у нас такое настроение, да, дочь? Да. Так, тебе какой? Они оба одинаковые, да. Я очень люблю с банановым, он прям как мороженое. С ним, наверное, самое вкусное. Вот, ну мы вчера поделились йогуртами. И нам надо опять теперь ехать за ними. Видите, у него какая консистенция? Просто он реально очень густой, сливочный, просто невозможно вкусный. Самый вкусный был. Да. У нас получается йогурт на один стаканчик. Да, один йогурт на один стаканчик. Хорошо получается. Так, вот еще какие? Малина и ежевика тоже? Да, малина и ежевика, да. У меня еще есть резанный этот консервированный ананас, но я, наверное, сегодня не буду его добавлять. А то сделаем себе как компот. Так, малина. Скоро наш папулька приедет. Будем мы тоже завтраками радовать. Боже, как мы уже соскучились. Это просто. Уже никаких даже сил терпеть нет. Я уже по телефону с ним не могу спокойно разговаривать. Меня трясти начинает. Уже очень долго его нет. Просто кошмар какой-то. Уже Макар не выдерживает. Мама, где папа? Зато у Макара теперь он ждет самолет волшебный. У него на одном самолете должны прилететь хо-хо-хо, бабушка и папа. Это так смешно вообще. Теперь все самолеты встречаются. Так, у меня твоя рука постоянно в кадр. Сбоку буду снимать. Вот в Trader Joe's еще с малиной и лимоном, но мне вот не очень нравится. Да, они там... У лимона какой-то там химический вкус, кислинка какая-то чувствуется. Не такая, мне кажется. А может просто... Не знаю. Так, закончилось. Что ничего, ты ж дома. Посмотрите уже, какая красота получается. Самое интересное, что вот этого стакана мне хватает до обеда, вот чтобы не проголодаться. Я даже часов до 5 могу спокойно ходить сытая, потому что, ну, очень сытная вещь. Это чиа просто невероятно.
Обожаю ежевику или чернику что-то. Это вроде как ежевика. Ежемалина вообще, по идее, это ежемалина, наверное. Нет, всё, ежевика. Не знаю, короче. Вот такой красотень. Макар, хочешь эту ягодку? Мне даже ее по цвету папайи неохота портить. О, я забыла тебе папайю положить. Положи. Ну, сверху, да, положи немножко. Сейчас, Макарушка. О, все. Красотень. Идем завтра. Посылка пришла. Ева, ну что, будем открывать или потом? О, Бекки убежала. Макар, ну ты что? Потом, да, сына, все, приедем потом. Нам надо быстро куда-то съездить. Подними, пожалуйста, мусор. Все, пошли скорее. А где ключи у тебя? Ёлки-палки. А машину надо открыть, она будет быстро в машину. Бекки, поехали. Да. Бекки, поехали. Макар, садись, я тебя пристегну. Бекки, поехали скорее, поехали. Макар, садись. Макар, давай залазь, я тебя пристегивать буду. Убегает? А, ты поймала? Молодец. Залазь, сынок, пристегну. Да, оставили посылку. Приедем раз это. А, куда? Давай, садись. Нет, пристегиваться надо. Ты что? Дядя полицейский увидит, виу-виу. Маме потом скажут, это что еще такое, а? Все, пристегивай его до конца. Он говорит, я просто так поеду. Я говорю, нет. Бежал от меня в игрушки и ходит такой, говорит, о, найс. О, найс. Че, где ты? Я тебя поймала. Че ты тут ходишь? А? Вот. У тебя такое дома есть, очень. А? Точно такое у тебя дома есть? Нет. Давай пойдем, Ева там нас ждет. Пойдем, Еве поможем выбрать. А? Мы сегодня приехали в Мэйсис, Евушка хочет себе обувь найти. Ребят, огромные скидки, большой ассортимент на скидках. Приезжайте, вообще классно. Мэйсис. Ой, найс, слышали? Я на отуху. Папа скоро приедет уже. Приедет, с папочкой поедешь сюда, и папа тебе купит, хорошо? Папа в этом разбирается в машинах, он тебе подскажет, что купить, ладно? Хорошо? Да. Ну, договорились. Пойдем. Ты пока запоминай, что папе показать, и покажешь, ладно? Молодец. Умничка, мальчик мой. Вау! Ну, и уже не работает. Его уже какой-то мальчик сломал, рукой махнул. Ого, да. Ой, ты что такое? Да не, не надо, он закрытый, сынок, не откроешь его. Пойдем, Ева там... Ждет нас, она уже расстроилась, что мы ее бросили. Пойдем. О. Вау. Пойдем, пожалуйста, к Еве. Да сейчас. Ну, расстроилась там Ева. Пойдем. А, мне идти к Еве, а ты здесь побудешь? О, найс. Ой, я фильм видел. Фильм видел? Да. Круто. Ты по второму разу пошел, что ли? По второму разу мы что-то уже ходили. Вау. Пойдем, пожалуйста, к Еве. Ну я не могу идти без тебя, Ева будет плакать. А где Ева? Вон там она, помогите ей выбрать. О, моя любимая. Нет, папа, с папой приедешь, папа тебе хорошую выберет, ладно? Мама в этом ничего не понимает. Договорились? Ну, отлично. Ой, смотри, какой смешной. Смешной, да? Что он делает? Что-то же должен делать. Я не знаю, где на него нажать. О. Это тоже смешно. О. Ой. I cry candy bing bong. Должен он плакать? Короче, я его так могу совать, не знаю. Пойдем, у тебя такая дома есть. Пойдем скорее. Ева уже плачет, я слышу. Пошли. Ну куда иди? Чего ты меня гонишь? А я тут не любила.
Оля. Ну все, я же тебе сказала, надо вон же к Еве ехать. Сейчас папа приедет, все тебе купит, сынок. А где Ева? Пойдем, поедем сейчас к Еве. А где Ева? Пойдем? Иди, говорит, к Еве, а я тут сам. Я не могу без тебя уйти. Ева кричит, пойдем скорее. Сейчас с Евой сюда придем. Пойдем ее позовем и придешь, покажешь ей игрушки. Да елки-палки, как его отсюда забрать? А? Ну-ка, Блу, где Блу, сына? Блу, это грин. Блу, Блу. Ну ты же знаешь, где Блу, ты че? Вот. А, ты видишь, Ева пришла уже. Да, очень классно. Супер, вообще классно. Они на ножке будут обалденно сидеть. Что, ты выбрала? Да. Ты померила их? Да. Обалденные. Они еще подойдут подо все. Короче, я его увезти отсюда не могу. Этот джентльмен тут Еве подарок выбирает. Плюс еще Макар, сам что-то. Пойдем. О, боже. Это тебе папа привезет. Папа приедет, пойдешь с ним в магазин. Пошли, скорее, о, Господи. Как он нашел эти игрушки? Не знаю, как он их нашел. На эскалаторе поедем? Так, руку давай. Я в мой дальше. Угу. Нет, там-то выше уже нету ничего, ниже есть. Нам вниз надо, сын. Осторожно. Это надо. Там нет, мне надо хватить. Ладно, теперь можешь сам. Молодец. А теперь сам не хватит, так скажу. Угу. Стой на месте. Ну, а сейчас еще раз оббежим, посмотрим. Давай. Вот и девушка у нас с обновочкой. Да, thank you. Thank you. Макашка, поехали на эскалаторе. На эскалаторе поедем? Маску одевай. Ева долго охотилась за этими кроссовочками. Я хотела за черными. Ну, эти еще лучше, я тебе скажу, да. Что, вниз идем? А, обойти надо, да? Ничего. Мама! А. Я думаю, может быть, что-то Еве взять. В чё она сейчас играет? Я даже... Да. Сейчас что-нибудь посмотрим. Давай Еве подарок купим. И тебе тоже надо подарок. Ну, ёшкин кот. Да какой-нибудь этот сюрприз или что-нибудь. А. Плейдо они вчера купили, там у них будет плейдо. Ева, вот эти сюрпризики почем? Ты не знаешь, где здесь скан стоит? Что это? Лего? Да. Это мегаблок. Нет, я Макару, Макару смотрю. Макар, стой со мной, тебе Ева сказала. Да ладно, Ева, давай что-нибудь найдем. Но тут ценников ни на чем, походу, нету. Может быть, Кэндиленд взять им? У тебя есть такие, конечно, да. У тебя 3 мешка таких, сынок. Смотри, плейдо, овечка встречь. Вот это им вдвоем будет даже интересно поиграть. Вообще, это новинка. Тебе как? Тут батарейки, она еще и звуки издает. Ну, поиграет. Мне кажется, ей понравится. Макар, тебе нравится такая овечка? Ты сюда пластилин ей засовываешь, и у нее шерсть растет. Короче, Остапа понесло. Ладно, сейчас будем решать. Короче, Макар не пережил того, что ей придется отдать подарок ему Еве. Выпросил себе дартс. Слава богу, он был на скидке, стоил просто копейки, иначе я бы этого не пережила. Пошли. Вон за Евой иди. Куда ты идешь? Где? Да вон Ева. На кассу. Ева, тут другой кассы нет, мы сейчас будем 3 часа стоять. Макар, вставай в очередь.
Okay, на, держи. Это ты подарил? Это для нее? Нет. Паша растерялся. Что? You found everything okay? You're using your Macy's card? I have a phone number. Okay. Все, ты доволен? Mm-hmm. Едем. Mm-hmm. Отдашь теперь Еве ее подарок? Mm-hmm. Ну, слава богу. Mama, поехали. Мама, я Ева буду. Да? Да? И Еве будешь давать вот эту игрушку? Так, Да, мы уже опоздали из-за тебя, Макар. Мама, я Ева буду. И Еве будешь давать? Ну, вообще, ты мужчина. Ну, да, может, лучше оставим? В прошлый раз было не очень. Да-да. В прошлый раз вы не очень делились. Да. Да, согласился Макар. Да, лучше. А то вдруг я не удержусь, да, сына? Все, едем домой быстрее. Дедушку с одеялом. Почему? Она говорит, вы поедете на лифте или на лестнице? Они говорят, мы на эскалаторе поедем. Uh-huh. Она такая, а вы знаете, что она тяжелая, и типа нужно держать баланс, вы типа сможете? Uh-huh. Он такой, да-да, она такая, ну все, смотрите, что я могу вам отнести вниз? Обалдеть. Переживает, представляете, как дедушка с купленным одеялом спустится на эскалаторе. Вот где такое видано? Это вообще... А тут протирают в режиме нон-стоп эскалатор. Прям такая запах от перил, прям с таким спиртом, алкоголем. Если для меня эскалатор был самый страшный. Да как мы с папой заорали недавно, когда Макар чуть не упал. Он решил перепрыгнуть ступеньку и упал, застрял и руками прям под вот эти штучки чуть не... Ой, в общем, как мы орали. Я не знаю, как папа, но мне казалось, что мы оба кричали, а Ева молчала, да? А у меня сука. Мы схватили. Мы просто далеко стояли, из-за этого у нас только крик вырвался. А Ева его успела быстро схватить, короче. Мама. Или он сам поднялся, Ева, я не помню. Ты схватил? Мам. А, ты его за вторую руку. А. А я маме. А! Да, вот так ты орал. Слава богу, все, едем. Гости. Ручки обе машь, вторую тоже. Красавчик. Ой, еще и нюхает идет, а. Красавчик мой. Ой, на улице дождик пошел. Да, сынок? Ага. Да, все, пойдем. У нас машинка далеко стоит. А, вот сейчас дождь идет, а зонт у нас в машине. Ну, прикольно просто. Как всегда, но зато он есть теперь. Здесь, честно сказать, не столько зонт нужен, сколько это. Сапоги резиновые, чтобы не утонуть. Правда, вода быстро очень уходит, но в то время, когда дождь идет, она прям нереально прибывает. Нету ада. Макар сказал, мама, нету ада. Что ты наговариваешь? Ну все, мы побежали. Так, мы приехали в Publix. Говорят, что тут возможны скидки дать. Давай посмотрим, что тут есть. На ягодки. Ну-ка, держи-ка. Короче, я их не вижу. Ну, пойдем проверим, ладно. Макаревич, ты что, замерз? Он себя в ней безопаснее чувствует. А вон, смотри, твоя это идет. Как это сказать? По волосам. Точно такой цвет волос у девочки. Видите, какие красивые волосы девочка пошла. Один в один, как у Макара цвет. Ага. Да? Ну, супер. Девчонкам вот тоже идут такой. Мама, это Ева.
Как у Евы обувь? Да, я вижу. Ничего себе. Ты видел? Да. Так, ну раз тут косметический рядом, давайте сначала мыло посмотрим. Так, мне надо капли для глаз и мыло. Так, тут все в основном от аллергии. Сухое. О боже, сколько всего. Так, я так не готова купить. Мне надо погуглить тогда. Я думала, тут максимум два вида каких-нибудь будет. Сейчас посмотрим. Что тут что-нибудь есть? Мама! 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 Тише, тише, тише. Что надо? Кола? Да. Дегтярная. Здесь обычно такое есть жидкое, но мне нужно брусковое. Не вижу его здесь. Может быть, оно в каком-то другом виде. О, какое прикольное. Так, я что-то не вижу здесь его. Ладно, пойдемте тогда смотреть ягодки. Приехали домой и не можем выйти из машины. Просто жуткий ливень, а мы уже опаздываем, нам бы уже ехать. Выезжать. Нам надо взять Мишель запасные вещи, потому что она там намочилась вся. Посмотрите, что творится с погодой, это просто жесть. Короче, Ева говорит, вот и пригодится нам зонтик. Да, полностью. Попробуем сейчас с зонтиком выйти. Ну, конечно, боковой ветер такой, что как я не думаю, что он нас спасет. Еще такую кофточку для дождя. Да. Короче, весело. Ева тут собирается. Вытащу. Космонавт. Мы ее будем запускать. Ты видела дождь? Видела. В космос полетит. А Макара надо открыть. Макара еще надо из кресла вытащить, представляете? А он пристегнутый. Слушай, может быть, ты его тут расстегнешь? А он со своим пакетом там сидит. Он вечно кричит: о, нет, туча. Макар, ты прикольный такой, вцепился в свой подарочек. О, тихо, я пошла. Давай, я тоже выхожу. Где дома? Нашла? Да. Все, выход на орбиту состоялся. Ой. Я возьму, иди пацана вытаскивай. Ну а как ты с пакетами его вытащишь? Ну, я же сам вылазил. Ой, прикол вообще. Время 2 часа дня. У нас, посмотрите, какая погода. Это просто вообще... Сейчас я представляю, что будет на хайвей. Ехать просто невозможно. Дождь лупит по стеклам просто нещадно. О, у меня тоже. Ужас какой-то. Неужели мы доехали? Вместо 45 минут мы ехали 2,5 часа. Авария на аварии, ливень, просто кошмар. Макарушка бедный и поспать успел, уже проснулся. В общем, мы доехали, идем в гости с опозданием на 2,5 часа. Тут у нас вечеринка, все купаются. А здесь теплая? Да. Да, теплая, посмотрим. Макар, где Макар? А вон он к коньякой приклеил. Девчонки в одежде, они только что гуляли под дождем. Мы бегали под дождем? Да, под дождем промокли и решили просто так прыгать в басы. И в шортах. Но ваша сменка вроде выбрали. И чё, намок провод? Конечно, я с ним спрыгнула. А, ну да, это был тупой вопрос. И потом такая, обана, обана. Макар! Ева, ты плавать, что ли, умеешь? Сама? Да. Обалдеть. А в том теплая вода? Сильчики так смотрели, такие... Щёкнутые. Да. Они в своем фургоне стояли, подождали. Ну, короче, мы тебя поняли. Они такие на нас смотрим, а мы положим. А там теплая вода? Да. А Ева давно научилась плавать? У нас челлендж.
кто поймает кока-колу. Молодец, давай, ты куда, в бассейн или в джакузи? Я так буду, вот, я вот это детская платье. Джакузи, у нас челлендж, кто поймает кока-колу в бассейн. Держите Еву. Она сама ко мне выпила. Мама, Мишель, как дела? Все, мы едем домой. Да. Грузимся. О. Ева, ты готова? Готова, все, пожалуйста. Все. Все на месте? Угу. Всем привет, кого не видели лишнего сегодня. Не взяли? Два человека новеньких в нашем блоге сегодняшнем. Я уже купалась. Да? А, да. Тебя видели уже? А, ну, сори. Да, я там что-то пыталась. Ладненько, едем тогда домой.